Всем привет! По просьбе подписчиков делюсь своим результатом. Давайте зайдем в кошелек Киви и посмотрим, сколько я заработал за месяц. Для этого в приложении выбираем полученные платежи, выбираем интервал за последний месяц, это с 12 июня по 12 июля 2019 года, и смотрим статистику. Как вы видите, я заработал 1 миллион 89 135 рублей. Сегодня вы можете заработать как минимум 37 тысяч рублей, однако сразу предупреждаю, будьте внимательны и не торопитесь. Смотрите видео до конца и получите деньги уже сегодня. Недавно наткнулся на сайт на YouTube. Поначалу было много сомнений, но сейчас могу точно его вам порекомендовать. На моем примере я сейчас вам покажу и расскажу, как неоднократно я получал вознаграждение в режиме онлайн. Так, что касается участия в данном опросе. Нам необходимо заполнить форму, то есть ввести фамилию, имя и нажать на кнопку «Начать участие». Вбиваем фамилию, имя. Мы видим, что система подбирает нам вопросы. Далее мы видим, что у нас появляется сумма вознаграждения при прохождении опроса 116 707 рублей. Далее все просто. Я просто должен пройти опрос. Важно понимать, что отвечать на вопросы можно рандомно. Придавать нам большое значение не стоит, так как на общем фоне заполненных опросов это не сильно повлияет на общую статистику. Я сам процесс заполнения опросов ускорил, чтобы не тратить много времени, так как вся процедура может занять порядка 10-15 минут. Отвечаем на вопросы. Как вы видите, мне нужно отвечать на простые вопросы крупных фирм. Ничего тяжелого в этом нету. Необходимо иметь терпение. Вот вам выдает сумму вознаграждения. Что нужно сделать для того, чтобы получить 116 707 рублей? Система нам предлагает оплатить какую-то комиссию. В первый раз при появлении у меня тоже возникли вопросы. После чего я изучил информацию в документации сайта и понял, что цикл комиссии необходим по нескольким причинам. Первое – это фильтрация настоящих людей от ботов, то есть просто верификация ваша. После внесения платежа сумма возвращается назад в течение 30 минут при учете всех задержек. Я делаю первую оплату. Указываем свои реквизиты. Я указываю свою банковскую карту. Вы можете выбрать карту любого банка. Сразу предупреждаю, что на некоторые банки, допустим, в моем примере на Альфу, мне приходила сумма с задержкой. И поэтому я рекомендую использовать карту Сбербанк. Также я вас предупреждаю, что у комиссии может быть несколько. Оплачиваем комиссию для получения части вознаграждения, после чего нам должны сразу прийти деньги. Вот мы видим, первая сумма пришла. В течение нескольких минут я получаю деньги на свою карту. Сейчас я вижу, что мне зачислена первая сумма. Она разделена двумя частями. Каждая сумма по 58 383 рубля. Проходим оплату для получения второй части. Вбиваем данные. Если вам что-то стало непонятно, вы можете поставить видео на паузу и посмотреть все более детально. То есть сразу напоминаю, что видео идет в ускоренном режиме, чтобы не тянуть время.
Далее оплачиваю комиссию и ожидаю поступления на карту остатка платежа. Не переживайте, если платеж сразу не пришел. В моем случае я ожидал поступления на Альфу в течение 2 часов. Конечно, первый раз нервы я сильно потрепал из-за этого, но я вас предупреждаю, что лучше использовать банковскую карту Сбербанк. Рекомендую пройти опрос, пока это еще актуально и возможно. Пишите в комментарии под видео, кто получил вознаграждение. Вот мы видим, что деньги пришли. Все отлично, все работает. Всем пока.